А сейчас мы с вами едем на одну из самых высоких точек на острове Самуи и постараемся показать вам красивый вид оттуда. Мы ни разу там сами не были, и по карте почему-то написано, что больше не работает это место, как viewpoint. Но мы узнаем, мы не знаем, честно говоря, едем в первый раз туда. Надеюсь, получится. Если что, у нас есть дрон, мы сможем поднять его и посмотреть. Такие рады. Она только что прыгала на меня и ноги лизала. Они такие смешные. А можно я дрон достану? Да. Можно я дрон достану? А у нас ничего нет, чуваки. Мы весь корм скормили уже. Мы тут транзитом, ребята. Мы тут транзитом. Хороший. Молодец. Охрана. Чтобы свериться с маршрутом, правильно ли мы едем, потому что эта дорога выглядит крайне странной. Она практически однополосная, если вообще можно про нее так сказать. Смотрите, как бананы растут. Я впервые вижу, как растут бананы. Правда, зеленые. А вот это немножко уже такие желтеют. А ты думаешь, что их прям можно есть уже? Да, вот нижний срываешь и все. На. Кстати, очень даже спелый. Смотрю. Срывай. Ну, как-то так. Кстати, здесь бананы вот эти очень вкусные, они со вкусом киви. Бананы со вкусом киви? Да. Ну как? Вкусный. Вкусный? Угу. Дай пробуй. В шлеме жевать неудобно. Угу. Вкусный банан. Угу. Новый. Я еще думал, чего мы будем кушать? Ты в джунглях, Сережа. Есть дерево, банан с дерева. Выполнено. Было. Нормальный банан. Поехали дальше. Точнее, выше. Вопросов нет. Все очень красиво. Посмотрите. Класс. Так, верхушки гор. Освещает солнце. А там море. А там море, кстати, да, видно. А нам ехать надо вон туда. Единственное, что надо спускаться будет поэтапно, потому что одно дело на машине, когда тормоза мощные, их 4 штуки, а здесь тормоза впереди дисковые, а сзади барабанные. Чтобы не перегрелись, придется спускаться потихонечку. Зато теперь становится понятно, почему в Google картах эта дорога, да и вообще сама точка, отмечено как закрыто, причем закрыто написано навсегда, потому что дорога достаточно опасная, она очень сильно размыта дождями, и чтобы сюда, конечно, отважиться поехать, нужно иметь стальные эти, ну, Фаберже, ну вы поняли. Заболел низ живота, страшно пить. Страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое. Вот насколько я, конечно, даже видавший виды, но я понимаю, что вот
ну, страшноватенько, конечно, подниматься, но глаза боятся, колеса едут. Представляете, что тут творится, когда идет дождь? Я даже знать не хочу. 5:13, стемнеет через час-полтора, надо поспешить. Нам подсказка. Направо. Jungle Road 360. Направо. Мы близко. Тут мы столько ехали, уже хочется посмотреть, уже для чего ехали. Просто галочку поставить и вам показать. Ехали вперед 100 метров, и приехали вот в такой ресторанчик, который обустроен. Судя по тому, что все стулья задвинуты, этот ресторан давно не принимал гостей. Да, кухня закрыта, ничего не работает. Но тем прекрасней. Настя уже нашла себе качельки. У нее пунктик стоит на всех качельках кататься. Для тех, кто любит более безопасные качельки, есть вот такие, но с таким же прекрасным видом. Сколько ему вот здесь высота над уровнем моря? Вот это самая официально достигнутая нами высокая точка на Самуи. Вот, у нее даже название соответствующее. Класс. Я уверен, есть какая-то экскурсия на квадроциклах. Как же классно, что тут вообще никого нету. Огонь. Класс. Что ты там делаешь? Облака снимаю, смотри. Я так мечтал в облаках полетать. Вау. Это какая высота? Высота, ну, от уровня моря больше 800 метров. А это видео мы записываем спустя неделю после того, как приезжали сюда на байке. Мы уже приехали сюда на машине, сделали байк. Для тех, кто смотрит Instagram, знают, что мы поменяли байк на машину. И к этому времени ребята уже залили бассейн. И оказалось, действительно, эта точка была не закрыта навсегда. Она была закрыта временно, скорее всего, на реставрацию, на реконструкцию. Я не знаю, что здесь было раньше. Но здесь бассейн уже залили. В прошлый раз, когда мы приезжали на байке, ничего этого не было. Сейчас у них уже работает кухня. К нам подошла девушка и любезно предложила меню. Мы выбрали, сейчас мы здесь покушаем. Поэтому в ближайшем времени, скорее всего, скоро здесь будет огромное количество людей и работающий бассейн. Вот. А еще к этому ресторану ребята проводят какую-то хорошую дорогу. И видно, вот они вырубили джунгли. И вот здесь уже начинают прокладывать такую песчаную дорогу для начала. Она идет куда-то вниз, вон туда. Потом еще вот здесь дорога идет. То есть будет какой-то хороший подъездной путь. Потому что та дорога, по которой, конечно, мы ехали на байке и даже сейчас на машине, это, ну, весьма странная дорога. Есть ощущение, что ресторан будет открыт совсем-совсем в ближайшее время. Уже начинают расставлять мебель. Даже вот эти вот нажопники, которые обычно всегда поюзаны и все черные от того, что на них миллион людей посидело, они новые сейчас. И даже вот-вот, наверное, уже со дня на день они будут все открывать. Ух, запомните, ребят, это место. Обязательно приезжайте сюда отдохнуть. Друзья, спасибо большое, что смотрели этот выпуск. Надеюсь, вам было интересно посмотреть и увидеть, как добраться до этой точки. Если будете на Самуи, когда вы будете на Самуи, не вздумайте ехать этой дорогой. Сейчас мы будем спускаться. Настя нашла по карте какую-то другую дорогу. Нормальную дорогу. Асфальтовую. Но первый раз Google карты почему-то показали вот такую трассу. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы. До новых встреч.